30 сентября – День памяти святых мучениц веры, надежды, любови и их матери Софии. София была вдовой и сама воспитывала дочерей, прививая им веру в Господа с детства. Император, узнав о них, решил вернуть в язычество. Девушки ответили отказом. Их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили. Похоронив своих дочерей, мать их, София, умерла от горя спустя 3 дня. Согласно Писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Надежде 10, а Любови всего 9. Сегодня проводились девичьи посиделки. У многих девушек были именины, поскольку вышеуказанные имена святых мучениц были очень популярны в дореволюционной России. В связи с этим был установлен общий праздник, который назвали бабьими именинами. И в этот день стали поздравлять всех женщин. Сегодня по старинной традиции полагалось вспомнить своих предков и близких, пустить слезу, вспоминая милое сердцу эпизоды жизни с ними. После этого принимались за приготовление пирогов, кренделей для праздничного обеда. Приметы. Если утро сегодня пасмурно, погода на ближайшие дни будет хорошей. Если сегодня солнечно и тепло, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший клев рыбы. Журавли улетают в теплые края, жди мороза на покрова. Если сегодня выпал первый снег, до зимы осталось 40 дней. Если иней, это к сухой и солнечной погоде. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных, чтобы объяснить, да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сельдь, сахар, рафинад, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на диете хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, да. Допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, какой-то там солнцеед. И говорит, да, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Угу. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уильям Хей, он, изменив свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, да, действует очень хорошо на почки. Почему на почки? Да, потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину выводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться. Что и произошло. Вылечился. А если бы там лечили, ну, как тогда лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Игорь Петрович, смотрите, я когда фарш, вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да? Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой... Надо опуски. Я надену, да. Я приготовила специальную перчатку. Потому что это Конечно, да. Он красит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Угу. Вот, она прям уже на клубничку похожа. Так? Это как раз конфетки для детей можно делать. Да, дальше. Вот, кунжутик. Обмакиваем. Все. И поставили. Действительно похоже на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли,
Ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот ведь уж слюну глотнула. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для... Как для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал зерна превращается в солодовый сахар, и мы тут имеем дело уже с такими углеводами, не с крахмалами, а именно с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться, быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже цвекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки и супы из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали, не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще... более ценное, нежели там обычно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!